Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья на моем канале «Наташины заботы». Веду свой маленький репортаж в канун Нового года. Сейчас совсем немножко уже времени остается. Бегут часики, и мы скоро уже встретим новый 2024 год. По восточному календарю это год дракона, земляного зеленого дракона. Я хочу, чтобы этот дракон всем нам принес в этом году только мирное небо, здоровье, исполнение всех наших желаний. Я вам этого желаю, мои дорогие друзья и подписчики. Стою вот рядом с елочкой своей маленькой. Мы уже с моей семьей, с моими ребятками, детками готовимся к встрече Нового года. Сегодня в ночь я работаю, веду развлекательную программу. На площади у нас живу я в городе Духовщина. Всех еще раз хочу поздравить с Новым годом. Желать вам счастья, здоровья вам и вашим семьям. Ну и сделать небольшой обзор моей гортензии, которые зимуют у меня в помещении в этом году. Из подвала я их достала, потому что там температура больше 10 градусов тепла, и они уже хотели начинать просыпаться. И пришлось мне их опять на неотапливаемую веранду вынести. Сейчас немножко покажу, как они себя выглядят. Не хочу загружать вас в предпраздничное время. Ну, сейчас небольшой обзор гортензий. Зимуют у меня, друзья, в неотапливаемой веранде. Сейчас они вот спят, мои гортензии. Это двухлеточки, некоторые даже трехлеточки, которые будут цвести. В основном бесконечное лето. Есть и Аиша, и, кажется, Революция была у меня. Ну, их у меня меньше, конечно, чем в прошлом году. Вот так вот зимуют. Здесь веранда неотапливаемая, но у меня стоит котел. Здесь старинный такой, круглый. Это вот невеста листики так сбросила, но почечки держит. Вот здесь хотя бы перестали они расти. Ну, хотя 11 сейчас. Вот тепла. Ну, стоят. Вроде не стартуют. Уже бы в погребе, наверное, стартанули давно. А еще, вот, буквально, наверное, как и на всей территории центральной полосе России, ожидаются морозы. И сегодня уже в новогоднюю ночь. Вот все у нас тут плюс 5 было, плюс 3 днем, дождь, почти весь снег согнало. Вот. А морозы большие ожидаются. Сегодня ночью 10 с плюс 3. Вот уже сейчас дует ветер холодный. Завтра вообще 23 уже стоит. Так что, друзья, утепляемся. Ну, а гортензиям тут будет хорошо. Тут даже в большой мороз плюс 1 держится. Так что, я думаю, здесь они у меня и зазимуют. Вот тут даже растет маленькая елочка. Потому что этим хвойным опадом присыпала. Вот это лобелия. Тянется. Ну ничего, перезимуют. Традисканцы и зебринки. Все вот так вот будет до весны. Там вот у меня зебринка и петуния. Хочу показать, как выглядят те, которые зимуют у меня дома. Вот такие вот гортензии. Надо полить. Чуть подсохли. Вот. Здесь невесты. То есть обрабатываю раз в месяц где-то от клеща, лобелия потянулась. Ну и так все вот в таком положении тут зимует у меня. Ну еще раз с Новым годом вас. Я буду с вами прощаться. Ничего не делаю, наблюдаю только за ними. Если уж совсем пересыхает земля, тогда чуть-чуть поливаю. Ну, я вам желаю всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. Всем пока-пока. До встречи в новом году. Ура! С наступающим!